Дорогие друзья, начинаем 48-й выпуск программы «Дом культуры». Июля 1714 года в немецком городе Эрасбах, что в Восточной Баварии, родился Кристоф Виллибальд Риттер фон Глюк, больше известный как композитор Глюк, считающийся новатором, преобразовавшим европейскую музыку. Еще при жизни Глюк был признан великим композитором, в чем было отказано Иоганну Себастьяну Баху. Во времена Пушкина он считался композитором первой величины. Об этом свидетельствуют слова Сальери из «Маленькой трагедии Пушкина». Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие и пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним? Кстати, Сальери был самым верным учеником и последователем Глюка. При жизни Сальери был более популярен и известен, чем Моцарт. Так что трагедия Пушкина и фильм Формана «Амадеус» опираются на сплетню, неподтвержденную историческими фактами и свидетельствами. Что касается самого Глюка, то он был благополучно забыт потомками. О нем вспомнили лишь во второй половине 20 века, да и то в кругу меломанов. Однако была одна мелодия Глюка, которая никогда не забывалась и была не менее популярна и известна, чем полонез Огинского. Это мелодия из оперы «Орфей и Эвридика». Очень красивая музыка, образец высокой грусти. Но мне, честно сказать, она несколько поднадоела из-за частого исполнения. Поэтому в качестве аккомпанемента к моему рассказу о композиторе я буду использовать другие фрагменты из его музыки. Итак, Кристоф Глюк был сыном баварского лесничего. Его мать, судя по скудным сведениям, владела игрой на клавесине. Любовь к музыке проявилась у мальчика в раннем детстве. Родители пошли ему навстречу и нашли для него учителя музыки. Но когда, став юношей, он объявил, что хочет посвятить музыке всю свою жизнь, у него возник серьезный конфликт с отцом. И Глюк оставил отчий дом и отправился в Прагу. Здесь он поступил в Пражский университет, слушал лекции по философии, математике и подрабатывал на жизнь и на обучение музицированием, поскольку профессионально владел скрипкой, виолончелью, игрой на клавесине и обладал хорошими вокальными данными, поэтому его охотно приглашали оркестры играть на городских, сельских праздниках, петь в церковном хоре и участвовать в других халтурах, как музыканты называют разовые приработки. Что касается музыкальных способностей Глюка, то они были выдающимися, и об этом свидетельствуют факты его биографии. 21-летний Кристоф обратил на себя внимание влиятельного немецкого князя Филиппа фон Лобковица, был приглашен служить в его венский дом в качестве домашнего музыканта. Здесь его увидел и услышал итальянский аристократ Антонио Мельци и пригласил молодого человека служить у него в миланской капелле. И Кристоф отправился вслед за ним в Милан, на родину оперы. Здесь он получил возможность брать уроки музыки у лучших мастеров своего дела. Одним из них был известный в то время композитор Джованни Сомартини. В результате Глюк становится профессиональным композитором и в 1741 году, в возрасте 27 лет, осуществляет на миланской сцене постановку своей первой оперы «Артаксеркс». И опера эта имеет успех. Для Италии это большое событие. Мгновенно из других городов следуют заказы на сочинение опер, из городов, где есть оперные театры. А через 4 года из Лондона приходит приглашение для Глюка сочинить две оперы для лондонской сцены. И он отправляется в Англию осуществить эти проекты. Далее следует череда престижных приглашений.
Глюк становится сначала дирижером итальянской оперы, которая гастролирует по всей Европе. Через 5 лет он возглавляет оркестр Венского принца, проводит ежедневные концерты и представления, в которых исполняет чужую музыку и свою собственную. В 1750 году он вступает в брак с 16-летней дочерью богатого венского купца, которую знал еще девочкой. Она в него влюблена, он в нее тоже. У них счастливый брак, и молодая жена сопровождает композитора во всех его поездках по Европе. А еще через 4 года его назначают композитором и дирижером придворной венской оперы. Здесь он совершает революцию в оперном искусстве, и об этом надо поговорить подробнее. До Глюка на итальянской и вообще европейской оперной сцене господствовала так называемая опера-серия или серьезная опера, представлявшая собой набор самостоятельных музыкальных номеров, среди которых главными были арии певцов-вокалистов. Эти арии представляли собой трехчастную песню. Третья часть повторяла первую, но только с большим количеством вокальных украшений. А потом следовали каденции. Это были импровизации певцов, где они демонстрировали свои вокальные данные и вокальную технику. Затем примадонна или певец получали аплодисменты зрительного зала, и на бис исполняли фрагменты этой же арии. Так что это все более напоминало концерт, нежели спектакль. А если учесть, что смысл арии и вообще всей оперы абсолютно не волновали певцов, самое главное для них был только вокал и эффектные костюмы, в которых они появлялись на сцене, то понятно, что опера не обладала единым драматическим смыслом. Оперные певцы были главными персонами в опере. Они диктовали свои условия и композиторам, и дирижерам. Так вот, Кристоф Глюк совершил революцию в опере. Он значительно упростил технические сложности вокала, насыщенного голосовыми украшениями. Отказавшись от них, он усилил драматическое содержание арии. Превратил дуэты и ансамбли вокалистов в полноправное драматическое действие. Оперные арии, которые не имели раньше отношения к опере, он сделал оперными дайджестами, дайджестами оперы, в которых угадывались лирические и драматические события предстоящего зрелища. В венский период своего творчества Глюк от оперы к опере обновлял застывшие оперные традиции и формы. Но и в свои произведения для оркестра, сюиты, симфонии, концерты для солирующего инструмента и ансамбли он вводил много нового, что мы легко узнаем в произведениях Моцарта, Бетховена, Мендельсона. Может быть, от этого музыка самого Глюка не кажется нам сегодня столь самобытной, какой казалась его современникам. Просто его нововведения и открытия расхватывались и тиражировались его последователями, через которых эта музыка стала для нас привычной. Первой оперой нового типа стала «Орфей и Евредика», поставленная в Вене в 1762 году. Она и сегодня является самой известной и часто исполняемой оперой Глюка. И удивительно, что в момент премьеры она не получила одобрения публики. Ее встретили довольно прохладно. И вызывает восхищение, что Глюк в угоду вкусам толпы не отказался от своих поисков и продолжал упрямо внедрять свои представления о том, какая должна быть опера. Свои мысли по этому поводу он оставил в записках. «Мне казалось, что музыка должна сыграть по отношению к поэтическому произведению ту же роль, какую в живописи играет яркость красок и эффект светотени, оживляющие фигуры. Я стремился изгнать из музыки все излишества, против которых тщетно протестует здравый смысл и справедливость. Я полагал, что увертюра должна осветить зрителям действия и служить как бы вступительным обзором содержания». Постепенно новая опера Глюка завоевывает сердца слушателей. Он становится оперным королем Вены. Но самых больших смелых преобразований в опере он добился в Париже, в парижский период своего творчества, а в Париже оказался благодаря обстоятельствам скорее политического, нежели творческого характера. Австрийская принцесса Мария Антуанетта сочеталась браком с французским королем Людовиком XVI. И, оказавшись в Париже, она захотела видеть рядом с собой любимого композитора Глюка и вызвала его в Париж. Это был 1770 год, и Глюку исполнилось 56 лет. А в Париже в то время царствовал на оперной сцене итальянский композитор Никола Пичини, адепт итальянской оперы «Серия», против которой боролся Глюк. А в число поклонников, пичинистов, входил и король Франции Людовик XVI. В то время как молодая королева предпочитала Глюка. Вместе с ней глюкистами были такие личности, как Вольтер, Дидро, Руссо. Между глюкистами и пичинистами велась борьба, которая разделила все парижское общество. Однако это нисколько не мешало двум композиторам оставаться друзьями. В Париже Глюк сочинил свою знаменитую оперу «Ифигения в Авлиде», затем «Ифигения в Тавриде».
Он обновил две прежние оперы «Орфея и Евридика» и «Альцеста». Все эти четыре оперы, поставленные на парижской сцене, имели грандиозный успех. За «Ифигению» Мария Антуанетта пожаловала Глюку премию денежную 20 тысяч ливров. Столько же за «Орфея». Это не прошло незамеченным в австрийском дворе, и королева Мария Терезия пожаловала Глюку звание действительного придворного композитора императорского и королевского двора с окладом ежегодно 2000 гульденов. А знаменитый французский скульптор Жан-Антуан Гудон изваял мраморный бюст композитора с надписью «Он предпочел сиренам муж». «24 сентября 1779 года на парижской сцене состоялась премьера последней оперы Глюка «Нарцисс и Эхо». А еще за три месяца до этого он перенес инсульт, обернувшийся частичным параличом. После премьеры Глюк вернулся в Вену и больше ее не покидал. Он прожил еще 8 лет и за этот период перенес еще 4 инсульта. Из-за болезни он почти не работал, сочинил лишь несколько хоров и сборник песен для голоса и клавесина. Скончался композитор на 74-м году жизни, 15 ноября 1787 года. Подводя итоги своей жизни, Глюк писал: «Вся моя работа должна была свестись к поискам благородной простоты, свободе от показного нагромождения трудностей в ущерб ясности. И, наконец, нет такого правила, которое я не нарушил ради достижения большей выразительности. Таковы мои принципы. Остается лишь восхититься художественному чутью и верности принципам этого замечательного творца». Июля 1839 года в Москве родился яркий русский художник Константин Маковский, один из первых участников товарищества передвижников и самый высокооплачиваемый художник в России в 80-е и 90-е годы XIX века. Константин Маковский был одним из знаменитой династии живописцев Маковских. Отец семейства, Егор Маковский, был основателем Московского училища живописи, ваяния и зодчества. О художнике Владимире Маковском, брате Константина, известном передвижнике, я рассказывал в 10-м выпуске нашей программы. Другой брат Константина, Николай, и сестра Александра тоже были известными в России художниками. Но Константин был самым ярким и, я бы сказал, самым эффектным из Маковских. Прежде всего потому, что он был поклонником женской красоты, что объединяло его с французскими художниками. Его женщины на портретах удивительно хороши и как-то ярко, празднично поданы. Но расскажем о Константине подробнее. В последние годы жизни он писал о себе: «Всем, что из меня получилось, я обязан не профессорам, не академии, а исключительно моему отцу». И так могли бы сказать о Егоре Ивановиче все его дети. Он был не только удивительным мастером живописи, но и педагогом от Бога. Он был первым наставником и воспитателем своих детей, а впоследствии был постоянным оценщиком и критиком их творчества. В 1858 году 19-летний Константин поступил в Санкт-Петербургскую академию художеств. Он учился там у известных художников, все они были учениками Карла Брюлова. Поэтому можно сказать, что именно от Брюлова Константин унаследовал тягу к романтизму, к живописным декоративным эффектам, которые были абсолютно чужды его брату, суровому реалисту Владимиру Маковскому. На втором году обучения Константин начинает участвовать в ежегодных выставках академии. Выставляет там свои полотна «Исцеление слепых», и агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. В 1863 году Константин Маковский, будучи студентом выпускного курса, становится участником бунта 14 выпускников академии, которые отказались писать свои дипломные работы на тему из скандинавского эпоса. Об этом я подробно рассказывал в 31-м выпуске, посвященном Ивану Крамскому. В результате все эти художники ушли из академии, не получив диплома, и образовали артель свободных художников, возглавляемую Крамским. В это время Константин разделяет идеи и вкусы своих товарищей, объявивших войну академизму, и с головой уходит в отражение российской действительности, суровой и далекой от романтизма. Он пишет картины «Вдова», «Селедочница», «Дети, бегущие от грозы».
А в 1870-м он вступает в товарищество передвижников и участвует в передвижных выставках. В середине 70-х Маковский совершает путешествие в Сербию и Египет. Посещение исторических мест, древних храмов, античных развалин производит на него такое сильное впечатление, что интересы художника смещаются в область истории и русской старины. На Всемирной выставке в Париже его картины «Смерть Ивана Грозного» и «Демоны Тамара» получают большую золотую медаль. Конечно, на Маковского с обвинениями набросились критики демократического толка, обвиняя его в отходе от традиции передвижничества, в том, что он предпочитает эффектные, но пустые по содержанию полотна, социально-обличительным картинам. На эту критику Маковский не обращал никакого внимания. В это время он стал с начала 80-х самым модным мастером портрета исторического полотна и самым высокооплачиваемым художником в России. В живописи Константина Маковского присутствует несколько стилей, проявляющиеся в разные периоды его творчества. Молодой Маковский – представитель школы академизма. В исторических полотнах Маковский тяготеет к романтизму, к идеализации старины. И, наконец, в живописи зрелого Маковского явные черты импрессионизма. Смелый мазок, богатая цветовая палитра, которая делает его картины яркими и красочными. И, на взгляд, подвижными. Константин Маковский был поклонником женской красоты. Он влюблялся в красивых женщин. Женат был 3 раза. Все его жены были красавицами. Это его первая жена Елена Черкасова, актриса. А это вторая, Юлия Леткова. Она и ее сестра Екатерина считались известными красавицами России. И Маковский написал несколько их портретов, полных очарования. Третьей женой Маковского стала Мария Матовтина. Он женился на ней, когда ему было 59 лет. В их браке родилось 4 ребенка. Вообще Маковский после себя оставил 8 детей. Жизнь художника оборвалась в результате несчастного случая. В конце сентября 1915 года на улице Петрограда в его экипаж врезался трамвай. Художника похоронили в Александро-Невской лавре, но его могила не сохранилась. Зато сохранились его картины, и мы, по сложившейся традиции, ненадолго погрузимся в мир этого замечательного художника. Июля 1877 года в городе Кальф Германской империи родился Герман Гессе, крупнейший немецкий писатель 20 века, лауреат Нобелевской премии 1946 года. Обычно я обсуждал прочитанные книги в кругу друзей, интересующихся литературой. Я рекомендовал прочесть то, что вызвало мой интерес, и сам прочитывал то, что мне рекомендовали. Помню наши разговоры и даже споры о Достоевском, Томасе Мане, Владимире Набокове. Но я не припомню, чтобы мы обсуждали романы Германа Гесса, хотя каждый мог прочесть их в иностранной литературе. «Степной волк», «Игра в бисер». Возможно, мир Гесса слишком отвлечен, индивидуален, чтобы каждый мог найти в нем отклик своим мыслям, переживаниям. Что касается меня, то я, читая Гесса, оставался холодным наблюдателем, а не соучастником событий и размышлений героев. Хотя, возможно, это мое личное, субъективное восприятие, иначе у Гесса не было бы столько поклонников, среди которых есть такие, кто считает его лучшим писателем всех времен. Так или иначе,
Несмотря на то, что Гессе не входит в число моих любимых писателей, мы будем говорить о нем, поскольку вклад его в мировую культуру бесспорен и подтвержден Нобелевской премией по литературе с формулировкой «За вдохновенное творчество, в котором проявляются классические идеалы гуманизма, а также за блестящий стиль». К тому же, знакомясь с биографией Германа Гессе, я проникся к нему большой симпатией, как к человеку благородному и доброму. Отец Германа, Йоганнес Гессе, был миссионером и в течение ряда лет проповедовал христианство в селениях Индии. Поэтому в их немецком доме было множество артефактов, связанных с древнеиндийской культурой. Вернувшись в Германию, Йоганнес стал работать в книжном издательстве христианского теолога Германа Гундерта, с дочерью которого Марией он там и познакомился, а потом женился на ней. Свое имя Герман получил в честь деда. У него было две сестры и младший брат. Детей воспитывали в этом доме в духе пиетизма, то есть убеждение, что Бог постоянно за тобой наблюдает. Это ощущение свойственно многим, в том числе и мне. Я считаю это очень важным чувством, которое часто оберегает от совершения непорядочного, жестокого поступка. Будучи культурными людьми, родители стремились дать детям всестороннее образование. Герман с ранних лет стал проявлять интерес в области искусства. Он неплохо рисовал, учился играть на музыкальных инструментах, пробовал свои силы в литературе и в 10 лет сочинил для своей сестры Марулы свою первую сказку «Два брата». С 13 лет Герман учится в семинарии в монастыре. Здесь он штудирует Евангелие, изучает древние языки, увлекается древнегреческой поэзией и классической немецкой литературой. Сам сочиняет стихи и не перестает заниматься рисованием. Но с самого начала в его поведении наблюдаются большие странности. Однажды он внезапно исчезает из монастыря. Его ищут все семинарии и находят в открытом поле в стогу сена, где он спит. Безмятежно спит. С этого момента к нему начинают относиться настороженно. Товарищи сторонятся его. А еще через полгода он совершает неудачную попытку самоубийства. И родители отдают его на излечение в психиатрическую лечебницу. Выйдя оттуда через несколько месяцев, он пытается продолжить образование в гимназии. Из этого ничего не получается. И отец отдает его ученикам в типографию. А потом он становится механиком на часовой фабрике, затем стажером в книжной лавке, где в его обязанности входит помогать продавцу сортировать книги, выписывать чеки, а свободные вечера и выходные он занимается самообразованием. Пишет стихи и отправляет их во все газеты. Одна венская газета печатает их. Это окрыляет молодого Гесса. И в 1899 году 22-летний Герман на свои собственные средства издает две книжки небольшие. Одна из них – сборник стихов под названием «Романтические песни», другая – сборник его рассказов. Книги выходят очень небольшим тиражом и плохо продаются. Однако немцы – народ неторопливый и обстоятельный. Постепенно его первые публикации и книги начинают обсуждаться в литературных кругах Германии. Да и сам он вступает в переписку с молодыми, но уже обретшими известность литераторами – Райнером Рильке, Томасом Маном, который всего на 2 года старше его. Результатом этой деятельности – является предложение, поступившее к нему из берлинского издательства, о сотрудничестве. И Герман Гессе тут же посылает в это издательство только что законченную рукопись своего первого романа «Петер Каменцент». К его удивлению, роман сразу становится необычайно популярен, а через 2 года получает литературную премию в Австрии. Меня это заинтриговало, и я решил познакомиться с этим романом, который до этого никогда не читал. Повествование в романе ведется от лица главного героя Петера и охватывает довольно длительный период – с детства до неопределенного возраста. Петер – парень из альпийской деревни, обладающий большой физической силой, можно сказать, силач. Его отец – мастеровитый фермер, который все может делать руками и не дурак выпить. Свои представления о литературе Петер получает в гимназии, окончив которую, оказывается впервые в большом городе Цюрихе с намерением продолжить образование. Здесь он знакомится со своим соседом по дому, где снимает комнату, молодым пианистом Рихардом, который становится его близким другом. Невежество Петера в области литературы, культуры и искусства восхищает Рихарда. Он говорит Петеру: «Вы даже не подозреваете, что могли бы гордиться своей завидной неиспорченностью, и что такие люди, как вы, большая редкость. Через год или два вы будете знать и о Ницше, и о прочий вздор еще лучше, чем я, потому что вы основательнее и умнее. Но вы мне нравитесь именно таким, каков вы теперь. Вы не знаете Ницше и Вагнера, зато вам хорошо знакомы снежные вершины, и у вас такое чертовски интересное горское лицо, и к тому же вы совершенно определенно поэт. Об этом мне говорят ваши глаза и ваш лоб». И действительно, как-то неудивительно,
В очень быстрый срок Петр становится весьма образованным человеком, понимающим толк в литературе и в живописи. Потихоньку от него Рихард посылает его первые сочинения своему знакомому редактору. И тот издает их и присылает Петру первые гонорары. Петр влюбляется в молодую художницу, которая приглашает его позировать. Но его любовь безответна. Сердце красавицы отдано другому. Петр тяжело переживает это. И Рихард решает отвлечь его от страданий, увозит в путешествие по Италии, где они весело проводят время, но путешествие описано весьма бегло. Перед окончанием путешествия друзья расстаются, но когда Петр прибывает в Цюрих, он узнает, что Рихарда больше нет. Он утонул, купаясь в реке. Свою душевную боль Петр пытается заглушить вином и общением с творческой богемой. По собственной инициативе с Петером знакомится интересная черноволосая девушка Элизабет. Она явно влюблена в него, но он поначалу не обращает на нее никакого внимания. Постепенно Элизабет занимает все больше его мыслей. Это превращается в страсть. Но поскольку Петр не выказывает никаких чувств, Элизабет находит нового друга и выходит за него замуж. А Петр остается со своей неразделенной любовью. Чтобы заглушить свои чувства, уезжает на юг Италии и поселяется в небольшой деревушке. Проводит время в веселой компании здешних рыбаков, пьянствует с ними. Местные красотки все как одна влюблены в него. А хозяйка его дома, очаровательная итальянка, надеется на то, что он на ней женится. Но Петр остается глух ко всем притязаниям и возвращается на родину, в Цюрих. В Цюрихе Петр сближается с семьей простого плотника и проводит с ним много времени за бутылкой вина в беседах. И это общение кажется ему более интересным, чем общение с интеллектуалами. Здесь, в семье плотника, Петр проникается глубоким сочувствием к брату жены плотника, горбуну, несчастному карлику по имени Боппи, который в силу болезни привязан к креслу, нуждается в постоянном уходе. По договоренности с плотником Петр забирает Боппи к себе домой. Начинает жить с ним вместе, ухаживать за ним, как за братом. Водит его на прогулку. Вместе они посещают чаще всего зоопарк, любимое место, поскольку оба обожают животных. Все свободное время они проводят в литературных играх, беседах. И для Петра нет никого ближе, чем этот горбун Боппи. Но болезнь берет свое, и в какой-то момент Боппи умирает на руках потрясенного Петра. После этого Петр возвращается в свою альпийскую деревню и проводит время в кабаке с престарелым отцом. Но тут местный совет обращается к Петру с просьбой возглавить делегацию, которая отстаивала бы интересы местных жителей, перед правительством в связи с намерением возвести здесь дамбу. И Петр, отбросив пьянство, с головой погружается в общественную работу и добивается нужных результатов. В конце романа герой, размышляя о прошедших годах жизни и неудовлетворенной жажде любви, решает, наконец, приступить к сочинению главной поэмы своей жизни, которую до этого постоянно откладывал. Вот такая история, которая свидетельствует о явной незрелости автора. В книге хороши яркие, выразительные картины природы, меткие описания деревенских типов. Все это говорит в пользу дарования Гессе. Однако то, что касается любовных отношений героя с избранными им женщинами, все это очень умозрительно. Чувствуется, что у молодого Гессе нет собственного опыта в этой области, и он описывает эти отношения, исходя из прочитанных книг. Есть такие авторы, которые стесняются своих первых произведений и либо запрещают их печатать, либо пытаются уничтожить. Известно, например, как молодой Гоголь так стеснялся своего первого романа, получившего дурные рецензии, что на маменькины деньги скупал в книжных магазинах все экземпляры и сжигал их в печи. Гессе был не из таких, поэтому сегодня изданы практически все его сочинения, включая самые первые стихи и сказки. Так отчего же на долю первого романа Гессе выпал такой успех? Ну, во-первых, им увлекалась в основном молодежь, не слишком искушенная в литературе. Во-вторых, романтический настрой романа вообще традиционен для немецкой литературы. Не случайно некоторые критики называли Петера новым Вертером. И, наконец, Герману Гессе нельзя отказать в умении увлекательно рассказывать обо всем, чего бы он ни касался. Это, как мне кажется, основное из достоинств его литературного дарования. Но продолжаем рассказ о его жизни. В Базеле Герман Гессе познакомился с Марией Бернули. Теорему Бернули мы знаем со школьной скамьи, из уроков математики. Так вот, Мария принадлежала к семье итальянских математиков, знаменитой семье. Осенью 1904 года они с Германом поженились и переехали в живописную местность на берег Боденского озера в предгорье Альп, это Швейцария.
Здесь, вдали от цивилизации, Герман построил большой дом, обустроил вокруг него сад. Здесь родились последовательно трое их сыновей. Здесь он написал два романа «Под колесом» и «Гертруда». Первый про одаренного парня, который не может найти общего языка с окружающими и в конце то ли гибнет, то ли кончает жизнь самоубийством. Второй про композитора и его неразделенную любовь к молодой певице. В 1911 году Гесса отправился в путешествие по Юго-Востоку. Он давно мечтал побывать в землях, где долго работали его дед и бабка, где его отец проповедовал христианство, где родилась его мать. Он побывал в Шри-Ланке, Индонезии, Сингапуре, хотел поехать в глубинку Индии, но ему помешали проблемы со здоровьем. Возвратившись в Швейцарию, Гесса опубликовал записки об индийском путешествии. Начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война разделила Швейцарию на два непримиримых лагеря. Одни поддерживали Германию, другие были на стороне Франции. Германа Гесса не призвали на службу по состоянию здоровья. Но он откликнулся на эту войну в своей статье, напечатанной в газете «Новое Цюрихское время» в ноябре 1914 года. Она называлась «Друзья, довольны этих звуков». В ней он высказывал свои пацифистские взгляды и был подвергнут всеобщим оскорблениям. В письме другу он написал: «Я считаю себя патриотом, но прежде всего я человек, и когда одно не совпадает с другим, я всегда встаю на сторону человека». Очень хорошо сказано. Германа поддержал другой пацифист, французский писатель Ромен Ролан, который специально приехал в Швейцарию, чтобы повидаться с Гесса, и некоторое время жил у него в доме. А в Германии Гесса недолюбливали. Некоторые были прямо враждебно настроены, называя его трусом и предателем. А сам Гесса в это время активно сотрудничал с германским и французским посольством в поисках денег для создания библиотек для военнопленных. Он призывал в статьях на деле, а не на словах, помогать жертвам войны. Одновременно с войной у Германа Гесса происходят серьезные проблемы в семье. Болезнь и смерть отца, тяжелое психическое заболевание жены – все это приводит Гессе в состояние депрессии. И в надежде справиться с душевным кризисом он отправляется в город Люцерн, где знакомится с известным доктором Йозефом Лангом, который проводит с ним 60 сеансов психоанализа. Они оказываются настолько благотворными, что Гессе становится убежденным сторонником и популяризатором психоанализа как эффективного метода излечения души. Он встречается со знаменитым ученым, психиатром Карлом Юнгом, с которым подолгу беседует. И взгляды ученого оказывают сильное воздействие на мировоззрение Гесса. Это отражается в его последующих произведениях. В 1919 году они с супругой разводятся по обоюдному согласию. И Герман, оставив ей дом на Баденском озере, поселяется в окрестностях Лугана, чья чудесная природа и атмосфера вдохновляют его на творчество. Он много пишет, много рисует, выставляет свои акварели на художественных выставках. А в июле 1921 года в литературном журнале появляется первая часть его нового романа «Сиддхартха». Роман этот рассказывает о духовных поисках индийского юноши и его друга, которые хотят познать смысл жизни, тайны мира, то есть стать ясновидцами. Их пути расходятся. К концу романа главный герой обретает истинную мудрость и становится новым Буддой. Это философский роман, смысл которого выражен в мудрых изречениях главного героя и его духовных наставников. В 1972 году американский режиссер Конрад Рукс снял одноименный фильм по этому роману. Кадры из него сопровождают мой рассказ. Фильм снимался в Северной Индии, в священном городе Ришикеш, в частных владениях и дворцах индийского махараджи. Миловидные лица актеров, красивые пейзажи, мудрые изречения индийской философии. Что еще можно сказать об этом фильме? То, что режиссер не обладает образным мышлением. Поэтому фильм получился видовой, но не созерцательный в высшем смысле этого слова, каким бы он мог стать у Антониони или у Тарковского. Поясню свою мысль на следующем примере. В фильме есть эпизод, когда старый лодочник перевозит героя через реку и сообщает ему очередную мудрость. Учиться пониманию мира нужно у реки. Она всегда одинакова и в то же время постоянно меняется. В этот момент мне, как зрителю, хочется увидеть реку. Как она меняется? В чем она постоянна? Вместо этого режиссер и оператор показывают мне говорящих артистов на общем плане реки и ее берегов. А я вспоминаю кадры из фильма Тарковского «Солярис», где режиссер заставляет долго зрителя смотреть на текущие воды реки, волнующиеся в ней растения, проплывающие частицы, подхваченные течением. На это можно смотреть бесконечно. Возникает память пережитых когда-то ощущений.
и удивительное ощущение сопричастности к чувствам и мыслям режиссера. Ничего этого нет в фильме Сиддхартха. Но нельзя требовать от автора фильма мироощущения, которым он не обладает. В 1924 году Гессе знакомится с молодой женщиной Рут Венгер, дочерью швейцарской писательницы Лизы Венгер. Вскоре они поженились. И Гессе приступил к работе над романом «Степной волк», который вышел из печати в 1927 году. «Степной волк» считается одним из главных произведений Гессе и первым, который я у него прочел. С героем романа Гарри Галлером мы знакомимся, когда ему далеко за 40. Он одиночка, скиталец вечный, степной волк, кем себя называет, но при этом не избегает общения с людьми, весьма доброжелатель. Повествование в романе начинается от лица молодого клерка, племянника квартирной хозяйки, где Гарри Галлер снимает комнату. А продолжают его дневниковые записи самого Галлера, оставленные в его комнате после отъезда героя. Что касается моих личных впечатлений от романа, то в нем нет новизны поражающего воображения, поскольку образ индивидуалиста, не желающего пожертвовать своей независимостью ни ради служения обществу, ни ради любви или семьи, довольно распространен в мировой литературе. Другое дело, что особенность личностных качеств героя делает его интересным и привлекательным. Суждения Галлера о людях, о жизни создают картину скучного, прагматичного мира, от которого герой пытается уйти в область искусства, прежде всего музыки, музыки солнечного Моцарта, но не мрачных композиторов вагнеровского толка, и не в джаз, которому его пытается приобщить новый кабацкий знакомый саксофонист. Гарри Галлер собирается совершить самоубийство, и решение это продумано. Но ему мешает неожиданная встреча с очаровательной девушкой в кабаке. Зовут эту загадочную девушку Гермина. Она заинтересовывает Галлера и, как позже выясняется, сама намерена покончить с собой и просит героя помочь ей в этом, когда придет время. В комментариях к роману я прочел, что Гермина – это олицетворение анимы, женского начала в психике мужчины, по терминологии Карла Юнга. Скажу честно, я не ценю такую символику в искусстве, она мне кажется умозрительной, а это скорее недостаток, чем достоинство. В то же время должен сказать, что роман читается с интересом, благодаря занимательности рассказа, каким владеет Герман Гессе. В романе есть подробно описанная сцена театрализованной ночной оргии, в которую героя вовлекает его знакомый саксофонист из ресторана, предварительно угостив какими-то наркотиками. Он называет это представлением магического театра, полного мрачной фантасмагории. По существу это некое сновидение героя наяву. В нем он встречается с подругой юности, в которую был влюблен, с композитором Моцартом, с которым обсуждает тайны творчества. В этом сновидении он убивает Гермину, зарезывает ее ножом, как Рогожин Настасью Филипповну. Затем следует суд над Галлером, где его приговаривают к казни. Но эта казнь оборачивается розыгрышем. В этой подробно описанной сцене я вижу дань творчеству немецких романтиков, и прежде всего Эрнста Теодора Гофмана, влияние которого не избежали ни Гоголь, ни Булгаков, ни сам Гессе. По роману «Степной волк» в 1974 году был снят фильм американо-швейцарского производства режиссером Фредом Хайнсом. В роли Гарри Галлера выступил знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов, тогда еще не старый и весьма привлекательный внешне. Но об актерской удаче его говорить не приходится из-за бездарности режиссуры, которая чувствуется в каждом кадре. Это типичный образчик фильма, поставленного человеком с литературным мышлением, который пытается заниматься режиссурой. Я знавал многих деятелей подобного толка в кино. Их фильмы все похожи друг на друга одним свойством. Они мертвы. Это мертвечина. При этом некоторые из них получают призы на престижных фестивалях, в том случае, если тон в жюри задают такие же мертвяки, как и эти режиссеры. Мы с моим другом и коллегой Виктором Аристовым называли подобные фильмы «картонное кино». В 1930 году из печати выходит новый роман Гессе «Нарцисс и Златоуст». Это снова философский роман, как и Сиддхартха. Вернее, притча, разросшаяся до размеров романа. Действие происходит в средние века. Здесь повествуется о крепкой дружбе двух друзей, выросших в стенах католического монастыря. Из них старший, Нарцисс, предан Богу, главный смысл жизни видит в поисках Бога в себе. В то время как Златоуст, младший, озабочен поисками своей матери, которую никогда не видел. С этой целью он покидает монастырь и погружается в мирскую жизнь, полную соблазнов и опасностей. Действительно, неоднократно жизни Златоуста грозит опасность. Он проходит через вереницу любовных приключений. Здесь он открывает в себе талант художника,
и его изображения святых из дерева поражают всех своей красотой и выразительностью. А в это время нарцисс служит Богу в стенах монастыря. В конце концов, Златоуст возвращается в этот монастырь и создает поразительный по своей красоте алтарь с изображениями святых и Матери Богородицы. Все восхищаются этим алтарем, кроме их главного врага, супостата, злобного монаха, который уничтожает алтарь, придав его огню, и смертельно ранит Златоуста. В финале Златоуст умирает на руках своего друга со словами: «Без матери нельзя родиться, без матери нельзя умереть». Вот такая мудрость. Философский смысл этого романа заключается в том, что два главных героя, связанных вечной дружбой, представляют собой два противоположных начала в жизнедеятельности человека и человеческого общества в целом – аполлоническое и дионисийское. Аполлоническое начало, названное так в честь бога Аполлона, бога высоких искусств, мудрости, представляет собой способность к анализу, синтезу, к проектированию, к наукам, к возможности посмотреть на мир и на себя в нем со стороны, способностью руководствоваться разумом. А дионисийское начало, названное так в честь бога Диониса, бога виноделия, чувственных наслаждений и театральных представлений, является проявлением страсти, подчиненности своим чувствам. Вот эта борьба и единство противоположностей представляет собой основу всей жизнедеятельности человеческого общества. В эту философию верил Карл Юнг, Герман Гессе. В русской поэзии аполлоническое начало ярко представляет собой мудрый Пушкин, а дионисийское – страстный Лермонтов. По этому роману тоже был снят фильм в 2020 году в Германии режиссером Штефаном Руцавицким. Это более смотрибельное кино, если так можно сказать, по сравнению с предыдущими, поскольку, во-первых, в нем гораздо больше событий, во-вторых, это профессионально сделанная добросовестная экранизация, поэтому рекомендую ее посмотреть. Работу над своим последним романом «Игра в бисер» Гессе начал после того, как в третий раз женился на давней поклоннице своего творчества, искусствоведе Нинон Долбин. Он работал над своим романом 11 лет, и из печати он вышел в 1942 году, в самый разгар Второй мировой войны. Но об этой войне в романе ни слова. Это роман-утопия, действие которого происходит в будущем, через несколько столетий. Историк, от имени которого ведется повествование, называет наш 20 век фельетонной эпохой. Потому что в наше время классическое искусство превратилось в массовую культуру. Все публикации, которые можно найти в прессе, служат для развлечения читающей публики. Самым главным жанром стал фельетон. И действительно, достаточно взглянуть в телевизор или в интернет, чтобы увидеть, что все блоги и публикации представляют собой взаимные обвинения, разоблачения, насмешки, то есть фельетоны. Проходит несколько столетий, и в Европе возникает страна интеллектуалов – Касталия. Касталия существует на деньги окружающего мира, поскольку со всего мира туда отбираются самые способные юноши. Здесь, в Касталии, им преподаются науки, искусство, оттачиваются их способности. Высшим проявлением этих способностей является игра в бисер. Это соединение математики и искусства, как шахматы, только гораздо сложнее. В игре в бисер игроки пользуются натянутыми струнами, похожими на нотный стан, и разноцветным бисером, который собирают в различных сочетаниях. Когда подходит очередь следующего игрока, он выбрасывает цветной бисер на нотный стан, создавая таким образом так называемый метатекст. И от этого возникает цветомузыка необычайной красоты. Победителем становится тот, кто создает самый поразительный шедевр. Результаты игры не имеют практического значения, как и результаты шахмат. Однако игра оттачивает и развивает способности, которые затем ее участники применяют в созидательном творчестве. Главным героем повествования в романе является магистр игры в бисер Йозеф Кнехт. У него, как у героев других романов Гессе, Сиддхартха и Нарцисса Златоуст, возникает дружба со своим сверстником, учеником Кастальской школы Плинио де Синьори. Молодые люди постоянно спорят о справедливости и значимости внутреннего мира Касталии. Однажды Плинио решает покинуть Касталию и отправиться в настоящий мир, чтобы жить настоящей жизнью. Друзья расстаются. Возмужавший Кнехт становится одним из руководителей Касталии. Он выполняет важные для страны миссии, и ему присваивают звание магистра игры. Однако Кнехта и его земляков-кастальцев постоянно угнетает мысль о том, что руководители окружающих стран, на средства которых существует Касталия, и особенно военные генералы, могут в любой момент решить, что Касталия для них нахлебник, обуза, которая мешает им завоевывать другой мир. И что ее ученики, молодые люди, будут гораздо полезнее в качестве солдат.
Кто-то из умных критиков сказал, что в этом романе Гессе выразил суть немецкой ментальности. Ведь Германия всегда была страной мыслителей, философов, писателей, композиторов. Но именно Германия не раз в истории становилась страной-агрессором, уничтожающей чужую культуру, убивающей людей. И это становилось возможным, потому что мыслители и художники пасовали перед окриками своих воинственных реваншистов. В какой-то момент Кнехт решает покинуть Касталию, чтобы прояснить этот вопрос. Он приходит в настоящий мир и отыскивает своего друга Плинио де Синьори. Тот принимает его с большой радостью и просит стать наставником для своего сына. Кнехт соглашается, но его планам не суждено осуществиться, так как через несколько дней он тонет, купаясь в озере. Это заставляет нас вспомнить о первом романе Гессе, где, купаясь в реке, тонет пианист Рихард. Роман заканчивается стихами Кнехта и тремя его рассказами, сочиненными в период обучения в Касталии. Вот такой странный роман. В момент выхода он произвел невероятное впечатление на читателей. Такого они не видели, не читали. Это было самое оригинальное произведение того времени. По роману не поставлено ни одного фильма, меня это не удивляет. Задача очень непростая. Зато через 4 года, в 1946 году, Герман Гессе получил Нобелевскую премию по литературе. В большой степени благодаря этому оригинальному роману. Что еще можно сказать о писателе Германе Гессе? То, что он всю свою жизнь, за исключением нескольких путешествий, провел в нейтральной стране Швейцарии. Он откликался на события повседневной жизни только в статьях, а в своих произведениях был изолирован от жизни, так же, как его дом в котловине гор. Несмотря на это, в нацистской Германии его произведения были запрещены. В его доме останавливались беглецы из Германии, писатели Томас Манн, Бертольд Брехт. Но самого Гессе, в силу его натуры, больше волновали вечные проблемы, нежели события повседневности. Поэтому он занимает особое место в мировой литературе. И у него особая аудитория поклонников. После романа «Игра в бисер» Гессе не написал ни одного крупного произведения. Несколько рассказов и стихи. В конце 50-х у него начались проблемы со здоровьем в силу развивающейся лейкемии, которая приводила к дегенерации жизненно важных органов. Писатель скончался 9 августа 1962 года от кровоизлияния в мозг. При жизни писателя обвиняли в безразличии к политике, к войнам, в зацикленности на внутренних поисках, в то время как мир развивается и меняется. Зато на рубеже 60-70-х он стал кумиром так называемой бунтующей молодежи, самым читаемым писателем в США и Японии. Среди афоризмов писателя, которые тщательно выписывают его поклонники из книг, я нашел такой, который заставил меня задуматься. А теперь я предлагаю задуматься и вас, уважаемые зрители моей программы. Согласны ли вы с утверждением Германа Гессе, которое звучит так? Молодость кончается вместе с эгоизмом, а старость начинается с жизни для других. Июля 1925 года в городе Харькове родился Анатолий Эфрос, выдающийся режиссер театра и кино, педагог, теоретик театрального искусства, автор замечательных книг, которые стали учебными пособиями для воспитания режиссеров. В 60-е годы прошлого века были богаты талантливыми, самобытными театральными режиссерами, которые ставили не только яркие спектакли, но и создавали выдающиеся театральные труппы. Публика Москвы, в особенности Ленинграда, была театральной, насмотренной. Мы не только хорошо знали своих режиссеров – Товстоногова, Владимирова, Акимова, Агамерзяна, Карагодского, но и московских – Ефремова, Любимова, Захарова, Плучика, Симонова. Среди москвичей особенно загадочным для нас был Анатолий Эфрос. Вообще для нас, студентов театрального института, и всей когорты талантливых режиссеров выделялись два – Георгий Товстоногов и Анатолий Эфрос. Абсолютные противоположности в понимании профессии, в подходе к драматургии и к актерскому искусству, хотя оба были последователями Станиславского, его метода действенного анализа и этюдного освоения роли. Мы в Ленинграде были воспитаны на спектаклях Товстоногова с четко выстроенным темпоритмом, то есть постоянно меняющимся внутренним напряжением сценического действия, с остро обозначенным конфликтом, который находил горячий отклик в зрительном зале. И вот в Ленинград из Москвы приезжает театр Ленинского комсомола, который недавно возглавил Анатолий Эфрос, и привозит два спектакля – 104 страницы про любовь по пьесе Эдварда Радзинского и «В день свадьбы» Виктора Розова. Мы всем курсом смотрели эти спектакли и были поражены прежде всего необычностью актерской игры. Артисты на сцене вели себя как-то слишком свободно, даже безответственно.
Как будто бы импровизировали, не зная, что произойдет дальше. Такого мы никогда не видели на сцене у Товстоногова. Там все артисты были вовлечены в единый осмысленный поток, подобно музыкантам симфонического оркестра. Здесь такого не было, поток этот постоянно нарушался, и возникало ощущение отсутствия четкого режиссерского замысла. Но спектакли заставляли о себе думать, размышлять, и поражали простотой и естественностью актерского существования на сцене. Но еще до этого, до этих спектаклей, 14-летним школьником я смотрел в кино картину «Шумный день» по пьесе Розова «В поисках радости». Ее поставили Георгий Натансон и Анатолий Эфрос. Я запомнил тогда его фамилию. Фильм поразил меня, заставил думать. В фильме снялся и совсем еще юный Олег Табаков. Предлагаю фрагмент из него. Я кормил рыб. И случайно, ну абсолютно случайно, правда. Пролил чернила на письменный стол твой. Вот здесь. Хулиган! Хулиган, гадина! Федя! Федя! Я тебе говорил, что я ничем, я кормил рыб. Ты же честное слово давала! Деточка, что такое? Я же ничем, я кормил рыб, ты мне обещала! Это он! Я как каторжна с такими трудами! Я нечаянно, я кормил рыб, честное слово! Да чтобы они сдохли, твои рыбы, да к черту их! К черту их! Лена, не стыдно! Ну я же нечаянно! Лена! Осторожно! Лена! Лена! Как же я тебе говорю? Леночка! Пусти! Пусти! Они живые! Это не дом. Это какое-то бандитское заведение. Кошки их жрут. Так им и надо. Ты моих рыб. Ты из-за этого барахла. После спектаклей Эфроса разгорелись горячие споры, разделившие студентов на два лагеря – сторонников Товстоногова и сторонников Эфроса. И хотя я принадлежал клану Товстоногова, меня очень интересовала школа Эфроса, обросшая легендами. Хотелось побывать на его репетициях, увидеть, какие задачи он ставит перед артистами, каким образом добивается такой естественности и импровизационности поведения на сцене. С этих пор мы стали с интересом следить за судьбой этого режиссера. Спектакли которого далеко не всегда были удачными, но всегда в них был поиск свежего решения, поэтому их всегда ожидали с любопытством и нетерпением. Но московские начальники не любили Эфроса. И не потому, что в его спектаклях была скрыта какая-то антисоветчина, просто его эстетика была враждебна партийным чиновникам. Но чем больше они его не любили, тем более горячую и трепетную любовь к нему испытывала интеллигенция. Сегодня, когда я в связи с датой рождения Анатолия Эфроса познакомился с его послужным списком, должен сказать, что он был одним из самых плодовитых режиссеров советского времени. 77 спектаклей в театре, 6 полноэкранных фильмов и 15 телевизионных, среди которых были шедевры. Отец Анатолия Эфроса, Исаак Эфрос, был военным инженером, кавалером ордена Красной Звезды, работал на заводе. Вместе с ним работала мать Анатолия, Лидия Эфрос. Она была переводчицей научно-технической литературы. Так что семья была далека от искусства. И тем не менее Анатолий с детства проявлял интерес к театру. Когда ему было 18 лет, он поступил в актерскую студию Юрия Завадского при театре Моссовета, который находился в то время в эвакуации. А в 1944 году, возвратившись в Москву, поступил в ГИТИС на режиссерский факультет в класс известного режиссера Николая Петрова и Марии Кнебель, ученицы и ассистента Станиславского, автора учебников по работе режиссера с актером. После окончания ГИТИСа Эфрос стал работать очередным режиссером в Центральном детском театре Москвы. Он ставил один спектакль за другим, и они начали вызывать резонанс в городе. За считанные годы он превратил забытый театр в один из самых посещаемых в Москве.
Несмотря на то, что репертуар детского театра был рассчитан в основном на подростков, умная режиссура Эфроса сумела сделать их универсальными, и в зал приходили зрители самых разных поколений. Работать в театре стало престижно. Здесь начинали свою карьеру Олег Ефремов, Олег Табаков, Лев Дуров. Умный театральный критик Анатолий Смелянский писал, что еще до прихода Георгия Товстоногова в Большой драматический театр в Ленинграде, до возникновения театра «Современник» в Москве, в Центральном детском театре, благодаря Эфросу, началось возрождение русского театра. Одновременно с напряженной работой в Центральном детском театре Анатолий Эфрос сумел снять и художественный фильм в кино. Фильм назывался «Високосный год». Я смотрел его еще школьником, и он произвел на меня сильное впечатление. Во многом еще благодаря тому, что в главной роли снялся всеми обожаемый тогда артист Иннокентий Смоктуновский. Вообще это хороший фильм, и я рекомендую его посмотреть тем, кто не видел. А сейчас показываю фрагмент из него. Фильм снят по повести Веры Пановой «Времена года». Ну? Молодец, Геня. Успехи Эфроса в Центральном детском театре не прошли незамеченными в кабинетах московского начальства, и в 1963 году ему было предложено возглавить Московский театр Ленкома, который переживал в тот период не лучшие свои времена. В довольно короткие сроки Эфросу удалось возродить и этот театр. Он обновил репертуар, ориентируясь прежде всего на пьесы современных лучших драматургов Виктора Розова, Эдварда Радзинского. Я видел спектакли по их пьесам во время гастролей театра в Ленинграде, о чем рассказывал в начале. В Ленкоме Эфрос впервые соприкоснулся с классикой, поставив «Чеховскую чайку». В этом спектакле он вступил в спор с традициями МХАТа. Главным героем у него был Треплев, а Нина Заречная пристала как хищница-эгоистка, для которой самое главное – карьера и успех. Спектакль вызвал неоднозначную реакцию, неприятие значительной части зрителей. Но даже этот скандал содействовал большей популярности Эфроса как режиссера. В театре Ленком при всех успехах Эфрос не сумел найти общего языка с труппой. У него были свои любимчики, в то время как других артистов он в упор не видел. В результате его последним спектаклем в этом театре стал «Мольер» по Булгакову, и ему пришлось покинуть его. Потеряв место главного режиссера, он стал очередным в театре на Малой Бронной. В театре на Малой Бронной Эфрос проработал 17 лет. И хотя главным режиссером театра, указанным в афише, был Александр Дунаев, человек интеллигентный, профессиональный, но все знали, что это театр Эфроса, и вся Москва шла на его спектакли, среди которых были такие заметные, как «Три сестры», «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Дон Жуан», «Месяц в деревне», «Женитьба». В них играли замечательные артисты – Николай Волков, Лев Дуров, Леонид Броневой и любимица Эфроса Ольга Яковлева, актриса с ярко выраженной индивидуальностью, которую невозможно повторить. Если хочешь, чтобы я тебе верила, приезжай через неделю в Кисловодск. Не все спектакли Эфроса были удачными, но он обладал удивительным свойством. Его репетиции были гораздо интереснее, чем его спектакли. Не случайно одну из своих книг он назвал
репетиция «Моя любовь». На репетициях Эфроса присутствовали всегда его ученики и много зрителей. Он любил репетировать при зрителях, как и его предшественник Всеволод Мирхольд. Мой сокурсник Олег Рудник бывал на репетициях Эфроса и говорил, что это было удивительное зрелище, удивительное представление. Очень жалко, что они не были зафиксированы на пленку, но в то время не было еще современной техники, при которой это можно было бы сделать легко и без проблем. Помимо работы в театре, Эфрос снимал фильмы в кино и на телевидении. Его картина «В четверг и больше никогда» стала заметным явлением нашего кинематографа. Она была снята по сценарию Андрея Битова. В главных ролях снялись Олег Даль, Вера Глаголева и Иннокентий Смоктуновский. Что касается телевизионных работ Эфроса, то наиболее значительными считаются несколько слов в защиту господина де Мольера по Булгакову, главной роли режиссер Юрий Любимов. Я показывал фрагменты из этой телепостановки в теме, посвященной Жану Батисту Мольеру. А сегодня хочу показать фрагмент из другого телефильма Эфроса, страница журнала «Печорина» по Лермонтову. В главной роли Олег Даль. Княжна Мэри Ирина Печерникова. А вы опасный человек. Да? Я бы лучше желала попасть в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. Когда вам вздумается говорить обо мне дурно, лучше возьмите нож и зарежьте меня. Я думаю, это вам не будет очень трудно. Разве я похож на убийцу? Вы хуже. В начале 80-х в театре на Малой Бронной возник кризис. Отношения Эфроса с актерской труппой стали нетерпимыми, и режиссеру пришлось покинуть театр. А в это время московское начальство освободило от должности главного режиссера театра на Таганке Юрия Любимова, который в это время находился за границей. Анатолию Эфросу предложили возглавить театр, и он согласился, что было роковой ошибкой. «Анатолий Эфрос, – писал Смелянский, – разрешил себе войти в чужой театральный дом без приглашения хозяина и вопреки его воле. Здесь все крепилось цементом общей памяти. Прожитая жизнь и память об ушедших соединяла всех теснейшими узами. Любому пришельцу тут было бы очень трудно, но в данном случае дело усугублялось тем, что не дом менял хозяина, а ненавистное государство навязывало дому нового владельца». Юрий Любимов обвинил своего преемника в пренебрежении к профессиональной театральной этике. Он расценил его согласие возглавить труппу как штрейкбрехерство и предательство. Большая часть труппы бойкотировала нового художественного руководителя. Ведущие артисты покинули театр. Среди них Леонид Филатов, Вениамин Смехов и главный художник театра Давид Боровский. Спектакли, которые ставил Эфрос в театре на Таганке, не пользовались успехом у зрителя. Сами артисты относились к ним с пренебрежением. Эфрос не должен был приходить в этот театр. Но он не мог жить без театра, а другой возможности у него не было, поэтому он и согласился. К тому же он не был мудрецом. Одаренным творцом – да. Мастером, владеющим мощной интуицией – да. Но человеком, способным разбираться в реальных обстоятельствах жизни – нет. Годы, проведенные в театре на Таганке, стали временем сплошного издевательства и страданий для режиссера. В конце концов, сердце его не выдержало, и случившийся с ним инфаркт повлек за собой смерть 13 января 1986 года. Анатолий Эфрос был режиссером психологического театра. Тонких мазков, нюансов, полутонов. Таким его запомнили благодарные зрители. А его замечательные книги еще послужат новым режиссерам, которые захотят вернуться к глубокому содержательному театру со смысленной формой и художественно выраженной сверхзадачей. Прежде чем завершить 48-й выпуск нашей программы, я хочу поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему каналу, и обратиться к тем, кто собирается это сделать. На ваших экранах под видеоизображением приведены ссылки, открыв которые, вы легко сможете направить денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Еще, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписываться и приглашать друзей и знакомых на наш канал. Мы нуждаемся в вашей поддержке. А теперь я приглашаю вас стать гостями 49-го выпуска программы «Дом культуры» Юрия Мамина.